Привет, друзья, подписчики мои. У нас сегодня будет батл Naked Diablos против Край Сатана из новенького бустера с Темпестом Драгоном. И вы знаете, я решил их не особо ничего не сражать ни с кем. Так, посражаем их друг с другом. Единственное, что я хочу все-таки потом в отдельном ролике еще пропилить его драйвер. Мне прям интересно посмотреть, на что же способен данный тип драйвера. А вот, поэтому сегодня сражаем у нас бой. Называется Эль Классико. А вот, поехали. 3, 2, 1, голшот, вперед. А вот, а уже потом, как-нибудь, мы уже их с рандомными волчками протестируем. Так, как-то странно ведет себя Naked Diablos, еще страннее ведет себя Край Сатан. Что-то оба эти парня творят какую-то абсолютную дичь. И проигрывает, слушай, Naked, возможно, это из-за левостороннего режима, возможно, это из-за высокого драйвера. Я имею в виду, что не из-за драйвера, а из-за того, что он сам в целом высокий. Я вот думаю, подожди, а если мы попробуем драйвер переставить на вот этого, может быть, это ниже казаться? Ну, все равно здоровый, все равно торчит. И интересно, необычно. Ну что ж, ничего страшного, давайте проведем второй раунд, матч-рематч, так сказать. Матч-рематч, так сказать. Давай, собирайся. 3, 2, 1. Ай-вай! Очень странное решение Такара Томми. То есть, каким-то новым волчкам из мультика они новых деталей давать не особо хотят. Но при этом какому-то ноунейму, Naked Diablos из тройного бустера дали уникальный драйвер. Чтобы что? Чтобы покупали набор, я думаю, что его и так будут брать из-за Темпеста Драгона. Поэтому особого смысла я не вижу. Сейчас побеждает у нас Naked Diablos. То ли зависит это дело от запуска, то ли я не понимаю, из-за чего это так работает. Не знаю. Пожалуйста, вы напишите что-нибудь мне в комментариях. Вообще, два волчка шикарные. Сатан ведет себя отлично, Naked Diablos ведет себя просто замечательно. Два волчка мне очень нравятся сильно. Ну и как-то так. Давай еще бой. Пока я не особо понимаю, если честно, что происходит конкретно. Что тут вообще такое? Что творится с ними? Но мне это нравится. Мне, безусловно, это нравится. Как-то так. Как-то так. Не знаю. Странные. Бэй, оба странные. Ну, давай, может, другим кого протестируем. Давай возьмем Империала. Вот он в комплекте все-таки был. Попробуем. Опа, не получилось, не фартануло. Вау, довольно мощные удары от Империала наносит он их своему оппоненту. Оппонент поднял лапки кверху и бежать. Не знаю. Но мне кажется, Темпо сейчас проиграет. Ну, посмотрим, в любом случае надо смотреть, надо судить объективно. Слушай, ну побеждает все-таки Naked. Давайте попробуем теперь сразить Темпеста Драгона с его... с его... зелененьким сатаном. Довольно неплохой был старт. Темпест возвращается очень сильно. И все. Давайте что? Еще раунд. Попробуем. Чего бы и нет, да? Смотри, прям убегает. Ну, как-то вот так, ребятки. Слушай, ну... мне волчки очень понравились, очень интересные, все-таки есть детали, то есть если вы купили набор с Темпестом, не расстраивайтесь, волчки, ну, мне зашли, то есть я думаю, каждый найдет для себя в этих волчках что-нибудь интересное. А вот такая была, всем удачи, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, всем удачи, всем пока-пока.